Плата здорово, Нинтендо здорово. Ну да, это как в Warframe играешь. Крис. Warframe, Destiny, ну да, ну... Но... Ты же сам играешь в Warframe и Destiny и можешь сравнить, комьюнити какое играет, возраст. И... Ты же понимаешь, что... Тут даже дело не только... Ну, наверное, да, наверное, в возрасте, наверное, дело. Потому что... Ну, видно, только дети так могут себя вести. Ну, ты понимаешь, как. Там, эй, где твоя мамка, иди сюда. Я тебя по IP вычислю, т-т-т. Вот это как реклама, вот это вот... Это только малышня так себя ведет, понимаешь? Ну, ты, короче, понял. Ну и... Да, но тебе мозг выносит не малышня. Мозг выносит не малышня, которая в тебя в пати, в доте. Хоть я не играл в доту. Но я догадываюсь, кто там сидит и... Окей, народ, всем доброго утра. И сейчас будем скоро играть Resident. Всем пива. Я пока кофе делаю, я пока АФК. Я в чате. We'll be right back.
Nintendo. Сейчас. Доброе утро, страна. Давай этот. Блин, 5 минут идет, давай. Властелина колец с гоблинским переводом видели? Main hand bread.
Устану еще раз всем привет, с вами Сабо. Nintendo, кто есть, всем доброго времени суток. Продолжаем проходить Resident Evil 3 Remake. Атлас там писал выше в чате, но я не вижу. Немножко тут неудобно, у меня захват экрана, идет захват игры. И приходится постоянно оно как-то по-странному так работает в резиденте. Так, мы добрались до лаборатории. Воу. Добрались до лаборатории. Вот туда нам надо. О, Николай. Николюня. Николай. Кого любишь, выбирай. И вот этот. Николай. Шпион. Антагонист. Вместе с Немезидом. Немезида просто орудие, он... I must admit, I respect your tenacity. But I'm afraid our games end here. You think this is over? Говорят американцы, что на самом-то деле русские так не разговаривают. Серьёзно. Серьёзно, как дела? Мама моя. Mamma mia. Is it regenerating? Oh. Ему, по-моему, пофигу. Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего модератора и товарища Хикару. Ойро Хикару Хика, он же Влад, он же аниме. С днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, реализации хорошей, найти себя в жизни. Целеустремление, никогда не падать духом, найти, наверное, какую-то поддержку в жизни, я имею в виду вторую половинку, как и все нам, каждый человек этого желает, наверное. Счастье, благополучие, какого-то внутреннего спокойствия, терпения, умиротворения, что ли. Ну и всех благ. Чтобы бывали все мечты. Чтобы ангел-хранитель оберегал и направлял на всегда на правильные поступки. Так, один. Мы продолжаем играть Resident Evil 3 Remake. Я обожаю серию этих игр от Capcom. Просто я фанат этой серии. Это вот второе мое прохождение уже есть. У меня на Ютубе канал. В плейлистах мы его уже проходили. Там, где я Twitch, извините, посылал всех на три буквы. Именно в этом месте, где я сейчас прохожу, у меня был микрорейд какой-то. Потом там какой-то русский паренек заходил. И... Ну, я надеюсь, не буду повторять то, что было в том году на прохождении. Мне его благополучно так подосрали, как бы. И я решил в этом году перепройти.
решил перепройти ее. И второй раз, конечно же, проходится намного легче. Намного. Потому что уже более-менее интуитивно помнишь, где, что, куда идти. И тем более, эта игра довольно рельсовая. Но она классная. Классная в плане механики. Собака, блин, барабан. Бивака. Нравится мне движок Re-Engine. Тычки. Да, я не буду, осуждаю. Я сам себя осуждаю, потому что я не выдержал и... Неприятная на самом деле ситуация была. Вот, наверное, похожая такая, как в Доте Nintendo. И я как взрослый человек, ну, отреагировал. Ну, я максимально как бы нормально отреагировал, но можно было вообще по-другому сделать. Можно было вообще просто тупо их всех забанить или игнорить, и все. Есть же куча вариантов, как можно Ты просто, ты же изначально не понимаешь, человек, с какими тебе намерениями на стрим приходит, понимаешь? Я думал, это микрорейд, спасибо, типа, помогаю, ну, ребят зашли. Ага, не, ну, тут-то было. Потому... Сначала, как говорится, какой ответ, такой привет. Вот и все. С мечом придешь ко мне, от меча и погибнешь, как говорится. С твичом придешь, отвечай и погибнешь. Ладно. В хорошем смысле. Осуждаю. Так. Тут все похоже на какой-то. Да ладно, да как-то вот сколько вот я уже стримлю, 4-й год и до сих пор. Реакция моя очень сильно импульсивная. Реакция моя такая дерзкая, скажем так. На любую какую-то агрессию или там какой-то. Опа, ребят. А с ними тут дяденька один. Я не понял, как это ты встала? Ну. А понимаешь? Не, ну раз возвращаясь к этому разговору. Много уже игр пройдено на канале, именно на YouTube, на Ютубе. На Твиче мы сейчас стримим, вы знаете, по каких причинах. Но... Страйк на Ютубе 8 июня. Ну, я сам в этом виноват. Ой, правда. Ой, вызрал себе. Так, а тут вот можно еще. Оба. Апгрейд для дробовика. Это, по-моему, уже четвертое. Четвертый апгрейд на дробовик. Дробовик, наверное, самый мощный здесь.
тут какой-то проход есть. А, отсюда я пришел. Все. Да, вообще, спасибо. Вообще, я считаю, что любой стрим это эмоции, но хотелось бы, чтобы любой стрим любого человека вызывал, конечно же, позитивные эмоции, а не, ну, чтобы это были негативные. Потому... надо дарить людям радость все-таки больше, а не осуждать там. Мягко говоря. Ну, люди как бы... Ну, Крис, ты понимаешь, да? Я же сказал, какой ответ, такой привет. Райдер, здоров. Мама моя. Ай. Буга-га-га-га. Съешь меня. Съешь. Ез. Рах. Радер. Я видел, ты в этот Star Citizen или как он там называется. И все по новой. И все по новой. Райдер Редерино. Кто из вас проходил Resident? Ну, я помню, что Крис говорил, что не получалось у него пройти. Ну, когда-нибудь, может быть, получится. Я крайне советую. Я не знаю, ну, я крайне советую, потому что я фанат. Поэтому я крайне советую. Так. Первый раз меня тут съели, блин. Окей. Чё, народ, как у вас дела? Как воскресенье проходит? Зомбодятвы, блин, оно... А, вот оно. Предохранитель. Есть. Еще один.
Еще один. Выяснилось, что... Осуждаю. Осуждаю Райдера. Энергетическая лаборатория. В любом клане есть энергетическая лаборатория. Ну, в любом, ну, в клане, где ранг выше 6-7. У нас 7. Ну, если они там построили его. Если они его построили, Райдер. Если это клан продвинутый, тогда да. А если не... Это клан, который не развивается тогда. Ну, или который не развивался. Это другое дело, разговор. Ну, у нас, смотри, у нас 7 ранг клана. У нас все выучено. Все, что нужно. Лаборатории, оружие, все. Ну, все есть. У нас... Я могу сказать, у нас только нету, по-моему, моста вот этого кланового. Или и то вроде он есть даже. Вот, тут. Там можно делать какой-то мост, там какой-то клановый мост, там какой-то. Кого Атлас? У нас? Ты меня спрашиваешь? У нас клан. Я ж рассказываю тебе. 7 ранга у нас клан. Это наш клан, общий наш клан. Это не мой клан. Да, я его создал, этот клан, но есть у меня клан, да. Но это не считается, что это мой клан. Это наш клан, потому что там у нас на протяжении 4 лет люди старались все. И Хори, Даня, и Райдер, и Зазарка, Андрей Зен... И Мирослав, и Дон Димон, и Нинтендо вот последнее время тоже там комнату свою делал. И я там немножко делал. Ну, там много Райдер, Андрей Зен, Хори, Даня очень много сделал, очень много. Ну, Райдер, да, Райдер? Райдер то приходит, то уходит. Приходит, уходит, приходит, уходит. Ну... Райдерино. Райдерино то приходит, то уходит. А кто тебе будет поставщик услуг интернета? Крис. Вот у меня поставщик OneGate. Я подключен через кабель. А как ты думаешь? Кто поставщик будет у тебя? Как можно через... Это тогда не... Это уже модем, это уже не роутер. Получается. Так. У меня через кабель просто. Я через карточку не... Я знаю, карточка, по-моему, это модем.
работает через карточку. Ну, роутер он просто раздает интернет, он же не просто раздает. Ну и где еще одна? А, одна. Еще одну, но. Блин, я не помню где. Ошибись. В идеале как бы кабель дешевле в городе. Видишь, так как у тебя проблемы там с этим интернетом, то вон ты брал через карточку какую-то, через телефон, через МТС и раздавал. И еще качал там, ты сколько рассказывал, сколько ты игр качал и так далее. Значит, все-таки можно через карточку, но сколько это стоит? Для меня это вообще новость, я еще такого даже не слышал, что есть безлимитный, ну, допустим, МТС, еще примерно, еще и там скорость нормальная, там до 10 мегабит. Для меня, честно говоря, это вообще... У меня интернет 3G, этот. Ну, такой, чисто для телефона, ну как, сколько у меня там, 5 гиг у меня. 5 гиг на месяц мне дают. Так, чисто в YouTube зайти посмотреть там что-то. Сюда. Ага, тут просто патроны. Ничего больше. Ну и где последняя эта херота, блин? Да, 5 гиг куплю. Ой! Thank you.
спускаемся после гаража, вот это лаборатория как раз у нас. Лаборатория Тенна я написал. Ты видел? Ой, извините. Лаборатория Umbrella. Ты видел, как я стрим назвал? Лаборатория Тенна. Ну ты знаешь, что Тенна в каком-то роде зомбари. Потому что они тоже... Я не за... С... Вход в лабораторию, наверное. Так. О, сохранялка, машинка. Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. They'll call off the strike if, and this is one big ass if, we can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. Найдите вакцину. We'll find the vaccine up ahead. Sure you don't need to stop? Stop and do what? I got your back. All right, let's get this done. Плохо, да? Дяденька Немезис. Ну, как я говорил ранее, это он... Реально он орудие. Орудие. Блин, как же тут круто. Офигеть. Как... Вот японцы, вот они просто... Я восхищаюсь ими. Они... Как они оптимизируют игры? Как оно... Как они вот придумывают движки вот эти все. Motion capture технология. Вот с этой с модели Саши Зотовой сделали. Есть, кстати, на Ютубе канал у Саши Зотовой. Интересно. Офигеть просто. Так. Как они сделали motion capture? А голос, который озвучивает эту Джилл Валентайн, там другая девушка, женщина.
Я так понял, какая-то карта нужна, так. Так, тут зелень. Наверх. Лаборатория. Травичка. Гнездо это называется. Лаборатория — это гнездо. Да мне тут особо ничего. А, отмычки больше не пригодятся. Понимаю. Кстати, вот этот пистолет, где он? Мой. Он как бы, ну, лучше как бы за то, что там есть этот прицел лазерный, а тут просто что-то обойма большая. Все. А так-то мой G19 поинтереснее. Так оно. Что там, Nintendo, что делаете? Так, Атлас, он спрашивал про клан. Да, у нас есть клан. Я тебе неоднократно говорил, тебя спрашивал, ты в клане? Ты говорил, да, я в клане. Вспомни. Так. Кукла. Сечу, осуждаю. Да, тут надо осторожно с фразами. Осуждаю. Осуждаю. С этими выражениями поосторожнее, верец. Осуждаю. Реально осуждаю. Все-таки есть. Да. Так, продолжим. Ой, зомбоящер. Так, не трать патроны, блин, попросту. Береги. Сейчас там будет дальше весело, блин. Ага, и пошел стрелять в глушитель. По-моему, вакцину делать. Порох. Я их проверяю, потому что они потом встают, блин, начинают не терроризировать. Зомбодятлы эти. Вот тут вакцина делается. Вот здесь. To begin vaccine synthesis, place the materials in the chamber. Synthesis? I have to make it myself? Alright, gotta figure this out. Антиген и усилитель. Сырье для вакцин. Антиген, сырье. Встаешь? Встает. Override key successfully generated. What have we here? Override key removed. Ключ Umbrella.
Ладно, ключ подобрали, Nintendo. Я взял ключ какой-то. Спина болит. Но я тебе скажу, от чего болит. Надо больше ходить. То же самое. Стримы, работа сидячая. Много играем, много за компом сидим. Надо вот мне самому. Вот я вот, видишь, начал стрим с утра самого. А надо где-то выйти прогуляться, походить, погулять. Это позвоночник. Много сидим, очень много сидим. Такое, много играем, много сидим за компьютером. Что тебе сказать? Я это знаю, и все равно сам сижу, так же сам. Сам сижу. Ага, вот оно как. А, там у нас шпион сидит. Вон он сидит. Что там, загораешь или что? Загорел уже. Ну, еще один вот дружбан идет. Это все Немезисы, прикинь. Вот это все Немезисы. Да сколько вас, твою? Задолбал, блин. Ты встанешь? Там вот есть внизу, по-моему, двери тут. Ладно, давай все вот. Да у меня уже патрики заканчиваются, блин. Патроны к дробовику, но... Мне надо как-то постараться. Понимаю, писали 20 часов снег будет. Сейчас смотрю, пишет 20 солнечно. Ну, есть вещи, на которые люди не могут повлиять. И слава богу. Потому погода это одна из немногих вещей. И то мы косвенно все-таки влияем на, потому что загрязнение, потому что куча всякой байды, заводы и так далее. Это тоже все влияет. По идее. Обманщики. Синоптики? Но они приблизительно смотрят, приблизительно они, это ж прогноз погоды, это все. This must be what powers it. Это все приблизительно. Да.
Дяденька из них. Улечу. Это я вниз пошел, а там еще есть вверх. А назад пути нет. А назад пути нет. Я помню это. Стой. Немножко помню это. Помню, что назад пути не будет. Поэтому надо наверх сначала зайти. Да, знаешь, такой... Отправьте смс на номер. Закажите себе погоду. А еще какая-то комната. Стейна пою, кажется, скоро я на немецком буду разговаривать. Найн-найн. Взял эту культура. Это вирус. Места нет. Надо ящик. Культура это не вакцина, это вирус сам. Бля, они бессмертные. Ладно, я понял. Пошли в одно место. Патроны для револьвера. Патроны для пистолета. Но у меня есть для дробовика. Хот-догер. Ну, можно взять хот-догер, в принципе. Но он, я не знаю, ли он мне поможет на самом-то деле. Так. Так, давай все-таки сохранимся здесь. Неужели я сегодня пройду его? Вот эти вот додики, они бессмертные. Вот эти. Вот эти. Сюда нам нужно. Смотрите, кто в камере стоит, сидит. Жабы. Они, видите? Вот эти жабы, монстры. А тут Nemesis, по-моему. Вот, тираны. These are tyrants. Помните? Тираны. Лаборатория, мать твою, Umbrella. Грючок. У меня места нет. К сожалению или к счастью.
культура. Еще одна лаборатория Амбреллы. Ну, кто, если или играл, или смотрел прохождение Resident Evil 2 Remake, это гнездо тоже, гнездо Амбрелла, еще одно гнездо Амбрелла. Но то гнездо, которое под полицейским участком в Resident Evil 2 Remake, оно намного больше. Оно огромное. И, по-моему, еще одно гнездо в особняке в Resident Evil 1. Resident Evil 1 часть, в особняке которая. Там тоже под... огромнейшее гнездище. И вот это вот три гнезда, это уже как минимум есть. Ну, это лаборатории. Вот эти вот лаборатории. Оу, бро. Hands up. Помню, это Resident Evil 5 часть, где в Африке. Помните? Не ходите, дети, в Африку гулять. Я называл стрим. Проходили мы его и в коопе, и в соло я его проходил. Так, у нас тут. Пошел, блин, влезу. Этого okay. Его просто так не убить. По-моему, ладно, там внизу будет еще одни эти патроны. Сейчас давай заберу, сделаю, потому что потом в каком-то кипише невозможно будет делать. Патроны сейчас мы заберем. Вот тут были патроны. Видишь, как дробовик здоровый, полутораметровый, блин. Так, вот патрики мы взяли. И сделаем тут пятаков. Потратил, блин, на них. Вот что вот у японцев не заберешь, так это. Вот они умеют подбирать актеров, они умеют классно именно вот подбирать именно героев. Которые они потом, эти герои, потом они у тебя просто запоминаются. Вот Леон Кеннеди возьми. Начиная с четвертой части. Вот запоминающийся герой, запоминающийся. Крис Редфилд тоже запоминающийся. Везде, в каждой части есть. Джилл Валентайн. Ну, Джилл Валентайн, она менялась. В смысле, именно лицо актриса менялось. В фильме она другая. В игре, вот в ремейке она вот, уже, это уже последняя с motion capture с Сашей Зотовой, да, с модели. По-моему, подошло. Очень, очень прям годно подошло, прям вообще супер. Вот если вот они вот дальше с ней сотрудничали, было бы просто зашибись. Capcom, пожалуйста, оставьте Сашу Зотову. Ну,
Это зависит, наверное, от обоих сторон, скорее всего. So it's called the Nemesis. Оба! Да, а ты типа не знаешь, что его Nemesis. Его называют Nemesis. Осуждаю. Сам себя осуждаю. Так, взрывчатка. Порох. Тут у нас, по-моему, есть этот... пробирка с жидкостью. А, это сама... сырье. Усилитель. Антиген, добавляет к антигенам для усиления реакции. Это, я понимаю, усилитель для вакцины. О, смотрите. Что за мегамен? Они везде его этого мегамена, блин, суют тут. И раз. Японский супергерой, наверное. Who know Mega Man? I don't know. What is man? What did he do? What can I do? А если я найду... Так. Я вот когда играю в Resident вот этот ремейк, я уже хочу автоматически второй перепройти. Ну вот хочется, блин, просто бесподобная игра. Вот реально, вот когда получится у вас поиграть, это... Я думаю, у меня могут быть проблемы. Ну вот, это комнатушка с этими жабами, блин. Вот. С тираном. Так, буквально пару минут. Допустим, косичку вот чайку забабахаю. Продолжим. Я могу, я в принципе, я тут догадываюсь, что мы, если сравнивать, конечно, с вторым ремейком, он Resident Evil 3 ремейк, он, конечно, меньше, наверное, в полтора, в два раза. Но он такой же интересный и такой же крутой, как и второй ремейк, просто бесподобный. Особенно, ну, для фанатов серии Resident Evil. Просто, если Capcom сделает ремейк первого, это будет, я думаю, там Крис Редфилд и Джилл Валентайн, кстати. Но, судя по всему, они его не делают. Или если бы они сделали ремейк с Региной. Регина — это Dino Crisis 2, Dino Crisis 1. Я думаю, я не знаю, над чем работает Capcom в данный момент. Когда смотреть надо новости. Но если они когда-нибудь такое сделают, я думаю, вот эти вот ремейки, они на самом-то деле очень успешные. А, по поводу того, над чем работает Capcom, ну мы же все знаем, над чем они работают. Resident Evil 8, который выйдет в конце мая. Resident Evil 8, Village, который там мадам Димитреску, который там вампиры и который от первого лица. Но это не ремейк, это очередная восьмая часть. Все. Так, скоро продолжим пару ремейков. Break for coffee.
кофеек сделал. Можно дальше продолжать борьбу с Амбреллой и зомбарями. Скорее, зомбари не виноваты. Амбрелла виноват. Люди виноваты, которые вирус. Осуждаю. Да, но тогда бы не было бы этой замечательной истории, этой игры. Так, ну что ж, продолжаем делать вирус. Ой, вирус. Антивирус. Антивирус. Где лаборатория? Тенна. Опять вы встали? Дятел, я бы, наверное, вот. Там-то есть. Стрим, Твич. Стрим на Твиче. Канал называется George/Sabo. Всем привет. Мы проходим Resident Evil Free Remake. И направляемся в лабораторию, чтобы сделать антивирус. Jill Valentine у нас. А вот тут у нас и это. Unauthorized materials detected. I've got this wrong or I'm missing a step. Японский родовой, оно уже, ну, завтыка. Методом втыка завтыка. Synthesis complete. Please remove the vaccine canister. Вакцина сделана. Ура. О-о. О-о.
this complex. Аптечка. У нас есть, по-моему, две лечилки и еще одна трава. И трава у меня вот часть, которую я... А, даже не придется пить. А, вот еще порох. Еще одна лечилка. Сейчас поставим. Порох сюда. Сделаем патроны. Пистолеты. Высококачественный порох. Для патрона для дробовика. Так. Лечилочка. Пригодится. Когда будем с Немезисом maybe драться. Сохраняется. Погнали. What in God's name is this place? А, ну все, вот тут. Ладно, я понял. Короче, пацаны, вот тут как раз этот и босс. Надеюсь, мне не пригодится. Надеюсь, мне не пригодится эти лечилки. Надеюсь. Но вы узнаете, да, эти контейнера? Надо будет сейчас мне стрелять. Эти опоры, чтоб. Короче. Кто помнит прохождение первое? Может быть, кто-то из вас присутствующих. Попробуем. What do we have here?
Nikolai, don't! The city needs that vaccine! More than I do. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat dart. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Вот и зомбоящик. Зомбоящик. Is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Находим патроны. Дядя. Okay.
они уже. Here comes a crane. Use it to climb up. Oh, no. Come on. Come on. Это фиаско, братан. Так. Now get on. Yeah. Вы думаете, это конец? Настолько сильный вирус, что хз-хз. Неизвестно. Николай, where did you go? Николай, ты где? Смотри. Смотри, Райдер. I have to get that vaccine back. Райдер, смотри. Зарядочка. Давай на дорожку тут сходим. У меня еще есть раз, два, три. Это при том, что я уже два использовал. Так. Сохранка. О, за что мне Осирисы дали? Глеб пишет в Дискорде. Глеб глубокого камня. За что? За то, что в Сово вчера прошел налет, который мы проходили. Так. О, я же говорю, что это... Done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. No, 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 no. You print money. I like money. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun. Drop the gun, Serjojo. Это Дмитрий. Это Юрий. Ого, какашка залезла. На Харарин. Shit. Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But, you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Good luck! Nikolai! Nikolai, Joker! Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. Got this. I know you do. Look, just so you know, this is the last fucking time. Fucking time. That's what's going on. Oh shit. Куда стрелять надо? Nothing's phasing it. Thank you.
оно как. Motherfucker! Тащи! А, энергия застряла. Damn, it needs power. Damn it. Какая пуха, блин. Как она ее подняла, блин. Вообще в шоке. Как она ее подняла. Блин. Пошел в лес, блин, олень. Теперь пришел твой час, Валера. Валерчик, твой час пришел. Go ahead. I'm gonna put you right back on your ass. Desert Eagle must go. Там, блин, дыра в стене, блин, ни хера себе. Good riddance. Погуляли на славу. Нам туда на выход, блин. Ну, получается, да. Обалдеть. А, вон лестница. Неужели он опять воскреснет, блин? Заказал. А, вор так не ждал.
далеко. You're not going to stop. Promised you this, didn't I? No! Do you have any idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. The missile has launched. And that is my cue. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. Ой, Карлос, тащи! Фига себе, каратист, блин, никакой! Что ли? Jill! Shoot him! I can't! I'll hit you! Do it! You have to! There's no other way! Давай в яйку стреляй! Take the shot! She won't. Carlos! Hey, I told you I couldn't leave you in a Carlos's world. That would just be too cruel. What about him? Why'd you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? Кто? На кого ты работаешь? На Горгаз. Pay whatever you want. You're a fool. На Газпром работаю. You're a fool. Ты дура. If I die, you'll never find out the truth. Газпром круче, чем Umbrella. Я пока с Райдером говорил, ты уже успел убить Немезиду. Нахарарин. Мейсон, это ты или это Дима? Нахарарин. Empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. Не вирус. It was greed. А жадность. Human greed. Человеческая жадность. Алчность. I decided then and there. Пепел Ракон Сити станет пеплом Амбрелла. I would end them once and for all. Карухика. Что-то там про шмот пишут. С днем рождения, Влада, поздравьте. Потому что он не на стриме. Я уже поздравлял в начале стрима. Хикару, поздравьте с днем рождения. Передавайте привет. Я не в Дискорде, я на стриме. Здоровья, всех благ, чтобы сбывались мечты, чтобы реализации, благополучия, терпения, всех благ. Побольше зеленых президентов. Глеб глубокого камня что-то пишет там. Не, самое прикольное, что я вижу Дискорд, но... Я вижу, что в Дискорде пишут. Окей.
Ну вот и прошли еще раз, второй раз Resident Evil 3 Remake. Шесть часов 35. Ну, так себе, да. Пять смертей. Там нам, ну, пять смертей всего лишь было. Всего лишь. Nemesis. Всем спасибо, народ. Еще раз поздравьте, кто на стриме, кто был в Дискорде, поздравьте Хикару Хика с днем рождения. Пожелаем всего самого хорошего. Планирую стримить дальше Резиденты. Может быть, шестой, может быть, второй установлю себе. Что-то вот меня потянуло на весна резидентовская. Второй ремейк будут проходить Resident Evil 6. Всем пока-пока, до встречи. Хорошего вам дня. И всех благ, не болейте. И мы, ура, прошли еще раз Resident Evil 3. Приходите на YouTube канал. Я этот видосик, стрим перезалью на YouTube тоже, чтобы это было полное прохождение. Чтобы можно было, может быть, людям интересно кому-то, может быть. Ну, я в свое время когда-то смотрел прохождение до того, как я стримил. Бывают моменты, когда хочешь посмотреть. Ну, вдруг кому-то надо будет. Окей. Всем пока-пока-пока. И с вами еще раз был Сабо, стример Ютуба, но который вынужден на Твиче стримить временно. Всем пока-пока. Ютуб-канал Сабо.